Или ты их тыришь? Нет, это маленькие попажейки. Саш, как дела? Как дела, Сашуль? Хорошо. Как дела, спрашиваю? Кто кого съел? Я сожрала таракана. Ой, как он? Ну, таракан мне не очень понравился, потому что все-таки побаивался. Кузнечик вообще клевый. Жень, ты что съела? Жабу? KFC. О. Неплохо. Работаем на камеру. Неплохо. Вполне. Очень удобно. Солененький. Приятный. Под пиво подойдет. Допустим, баклажанчик. Достаточно. Баклажанчик. Это не грязный. А? Ну, грязный. А тут? У меня много же кузнечиков. Ты хочешь свинины? У меня есть свиные шарики. Ребенок неодобрительно на вас смотрит. Ты тоже хочешь? Что это? Похоже на чьи-то яйца. Да, это кошерные свиные шарики. Производство Пхукет. Пхукет. Да, довольно вкусно, они на гриле делают такие противненькие. Миш, что у тебя? Что это? Чики. Вкусно? Это жареный цыпленок. Топленькое хотя бы, или ты не стал? Вот так вкусно, вот это прям огонь. Вот это прям огонь. Сладенькая свинина на гриле. Как будто видеокомпания. Я уже несколько приобрел, или ты одну купил? Одну такую же пачку. Она 30 бат стоит. Сало. Чистое? О, холестеринчик, приходи. Хочется пить. У меня еще есть папайя. Папайя есть. Нет, но нам надо купить. Да, вот тут. Что? Упала? Дочка пыталась накормить отца жуками. Фу. Фу. Дурно воспитанная девочка. Что это? А где мама? Тут казалось.